Должна вам показать этот контраст. Вы только посмотрите, какая прелесть. Деревья еще не желтые, конечно, не золотые, но вот этот контраст неба, как это смотрится фантастически. Шел дождь, потом ушли облака, вышло голубое небо. Сейчас вот такая вот опять контрастность, и опять получается, выходит солнышко, давайте его поприветствуем. Привет! И вот этот вот контраст, он сегодня вот такой вот весь день такой удивительный. Очень красиво, очень прям вот на контрасте небо это и деревья. Класс. Любуюсь, восторгаюсь. У нас опали уже, конечно же, вот так вот весь наш виноград декоративный. Уже все меньше, меньше, меньше с каждым разом становится. Но это солнце, это что-то, конечно. Скоро будет снег. Скоро будут новогодние елки. Скоро будет самая волшебная красота. А на выходных мы это все должны убрать будем обязательно. Так что сейчас еще чуть-чуть и будет снова или солнце, или дождь. Такой день сегодня чудесный.